Российской певице Ларисе Долиной сделали предложение руки и сердца. Инцидент произошел во время концерта исполнительницы в Сургуте. Концерт шел по плану до одного момента. В перерыве между песнями к сцене пробрался седовласый житель Сургута и подарил певице букет цветов. А после сделал предложение Долиной. Артистка ответила отказом поклоннику. Несостоявшийся жених попросил певицу оставить кольцо себе в знак восхищения, а затем развернулся и ушел в зрительный зал. Лариса Долина уступила, но была явно шокирована его поступком.